Коллеги-то нет. Я заряжаюсь на телефоне. Здорово. Он уже забыл, что такое DVD. Я слышу, Павел Александрович. Спасибо, Павел Александрович. Ждем, Павел Александрович, ждем. Давай, не плати, блин. Главное, ну, к чему вы должны прийти, да. Забрать мяч. Все понятно? Да. Нет. Мне отдаем им мяч, все, они устают. Спокойно. Красиво. Через комбинацию. Победа наша команда. 3-4. Казань! Вы готовы? Парни, приготовили. Да? Да, прошу. Очень много именитых игроков, даже с международным опытом выступления за сборную России по регби-7, по регби-15, представляет команда «Слава». И вот энергия в матче в своем сумела в дополнительное время «Славу» одолеть. Мне особенно от этого тепло, потому что я воспитанник «Казанской энергии» и болел за ребят, параллельно наши матчи проходили. Вот. Ну и дальше... Уже, думаю, будет все более такое непредсказуемое, потому что плей-офф и игры всегда очень равные получаются, непредсказуемые. Но, как всегда, болеть будем за нашу поволжскую мафию «Витязь», «Самара», «Энергия». Победили профессиональный клуб РК «Слава». Очень сильно устали. Такое, ну, ощущение, что домой пора идти, но у нас еще 4 игры. Как минимум. Так что... Я просто не думал... Пацаны, сейчас надо собраться, показать красивую игру, хорошо также защищаться, набегать там крупные игроки. Чуть дадим играть, они будут играть. Мы должны синхронизироваться. Я сказал то, что на скорость мышления быстрее. Но ты должен понимать то, что Динар тебя понял. Басур там понял, Ленар понял. Давайте синхронизируемся в одну скорость. Похлопаем себя по плечам, по ногам. Двоих. Саврас Максим, главный тренер сборной Самарской области по регби. Ежегодный фестиваль снежного регби проходит в Зеленограде.
Совместно с этим фестивалем проходит Кубок России по регби на снегу, где встречаются сильнейшие команды в этой дисциплине. Стоит напомнить, что в прошлом году победителем стал регбийный клуб «Энергия». Вот, в этом году ребята приехали тоже заряженные, судя по их групповой игре. Они обыграли профессиональную команду «Слава» со счетом 5-4. Вот, и еще обыграли команду из университета. Пацаны, три очень мало опыта, ребят. Босс у них сильный мальчишка, он горит, он еще все равно многих вещей не знает. И еще два парня, их там, они такие вообще сырые. Сегодня группа компании «Сокол» приехала поддержать нашу команду «Энергия», которая принимает участие в Кубке по зимнему регби. Желаем удачи нашим ребятам. Мы победим. Пусть Динар спокойно бегает в нападении, по-спокойному. Но мы потихоньку, пацаны, через фазы мы их затащим. Светитесь, пацаны. Да. Пресс, забрали мяч, нам легко играть. Да. Никто из нас не устал тут, после первого тайма. Тут ударяться никто нельзя, не быстро. Почувствовал. Окей. Я увидел по вашим глазам, никто не почувствовал эту игру. Да, самое главное. Время вышло. Я Евгений Ищукин, игрок регбийного клуба «Слава». Сейчас мы вышли в финал. Будем играть вторую игру уже с «Казанской энергией». Первую игру мы сыграли в группе, проиграли в дополнительное время 5-4. Сразу почувствовали разницу между классическим регби, в котором мы привыкли играть, и между пляжным или снежным регби. Вот, потому что Казань все-таки энергия именно привыкла играть в пляжные и снежные. Они понимают правильность движений, играют более правильно комбинации, занимают всю ширину поля, то, чего нам не хватает. И очень большие скорости, от этого нам, конечно, очень тяжело с ними играть. Ну, будем ждать финала. Самое главное, пацаны, запомните, это концентрация. Вот сейчас цель одна, это финал. 6, 7, 8, 9, 10. Наверх. Раз, два, три, четыре, пять, 6, 7, 8, 9, 10. Попробуй себя. Захват! Захват!
Обман, пацаны, все вот эти фишки свои на краю. Все вот эти обманки нужны сейчас. Дорогие друзья, спасибо всем организаторам. Но спасибо всем игрокам, которые проявили, как всегда, свои самые лучшие качества, мужественных, настоящих мужчин. В финальном матче встретилась команда «Энергия», обладатель кубка прошлого года, и команда «Слава». Но, к сожалению, пока победила «Слава», более, я могу так сказать, это все-таки профессиональный коллектив, который играет в премьер-лиге, если я правильно понимаю, так и. И я думаю, что не хватает старшего тренера, который оказывал большое психологическое воздействие на игроков. Но ребята достойно все равно выступили сегодня. Я считаю, что очень хорошо сыграли. Все-таки против профессиональной команды играть тяжело. А у них играло полсостава профессиональной команды. Ну что, мы проиграли «Славе». Проиграли первый тайм 4-0, потом начали догонять, потом 4-3. Ну, как закончилось, так закончилось. Будем готовиться еще впереди ПФО и потом еще чемпионат России. Поэтому надо дальше идти, работать над ошибками.